Привет! С вами информационная программа «В центре» и я ее ведущая Дарья. В новом выпуске мы открываем новую рубрику «В гостях у коллектива». И сегодня мы побывали в гостях у клуба технического творчества «Заря». Народный клуб технического творчества «Заря» предположительно создан в 1946-47 году. В 2002 году клубу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». С 2008 года руководителем является Таротин Владимир Александрович, председатель Федерации авиамодельного спорта Архангельской области. Обучение техническому творчеству проходит по направлениям начальное моделирование и авиамоделирование. В процессе обучения ребята осваивают изготовление моделей самолетов, учатся пользоваться инструментами, измерительными приборами, работать на станках, знакомиться с правилами обработки древесины, металлов, пластмасс, бумаги. Ежегодно на базе авиамодельного клуба «Заря» проводятся открытые занятия для руководителей творческих коллективов города Архангельска. Народный клуб технического творчества «Заря» является организатором проведения городских конкурсов и соревнований на своей базе. В октябре месяце в культурном центре «Северный» прошло множество мероприятий. О некоторых из них мы сейчас и расскажем. 13 октября студенты из Северного техникума транспорта и технологий приняли участие в спортивно-игровой программе «Вертушка». Четыре команды проходили интересные спортивные эстафеты, по окончанию которых было выявлено три призовых места. 17 по 22 октября в нашем культурном центре прошел второй окружной конкурс-фестиваль «Битва садов». В этом году в конкурсе фестиваля приняли участие три детских сада. Детский сад номер 88, детский сад номер 103 «Золотой ключик» и победители прошлого года – детский сад номер 94 «Лесовичок». В течение всей недели команды из воспитанников детских садов соревновались в спортивном этапе, творческом и декоративно-прикладном. А 22 октября на большой сцене культурного центра состоялся гала-концерт конкурса фестиваля «Битва садов». Все участники были награждены благодарностями и подарками от администрации Северного территориального округа. Победителем и обладателем переходящего кубка конкурса фестиваля «Битва садов» стал детский сад номер 103 «Золотой ключик». Глава Северного округа Вера Яковлевна Пономарева отметила, что конкурс-фестиваль готов выйти на городской уровень. Предложение поддержал глава Архангельска Игорь Годзиш. На этом конкурсы фестивалей не закончились. С 24 по 29 октября впервые состоялся
первый окружной конкурс-фестиваль «Битва школ». Команды участвовали в спортивном этапе, творческом, фотографии на тему School Life и видеоролики на тему рассказ о школе. Девятого октября на гала-концерте были подведены итоги конкурса фестиваля. По результатам всех этапов кубок победителя получила средняя школа номер 37. Средняя школа номер 43 была награждена дипломом за лучшую группу поддержки. Все участники отмечены благодарностями и сладкими призами от администрации Северного территориального округа. Творческим подарком для наших участников стал номер от студии оригинального жанра «Butterfly». Мы благодарим их за яркое и красочное выступление. Одним из ярких моментов гала-концерта был общий танец всех участников конкурса фестиваля. Внимание на экран! Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu ноября на большой сцене культурного центра «Северный» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства и Дню Северного территориального округа «Доблесть, мужество и честь». На праздничном концерте были награждены достойные мужчины Северного округа. Также были подведены итоги конкурса «Женщина года» и конкурса плакатов «Я люблю свой округ». В концерте приняли участие творческие коллективы культурного центра, а также приглашенные гости. Праздничный концерт получился ярким, красочным и торжественным. 5 ноября состоялся День семейного отдыха «Мир, дружба, обнимашки». Тролль Розочка пригласила своих юных гостей к себе на волшебное дерево, где они веселились, танцевали и играли. Розочка подарила всем сладкие подарки. Пятого ноября в 16:00 состоится фестиваль молодежных субкультур «Голос улиц». Участники фестиваля выступят в следующих номинациях: рэп, современная хореография, фотография, косплей, оригинальный жанр и хип-хоп клип. Цена билета 100 рублей.
специальный гость фестиваля Антон «Второй отряд листов», который подготовил для вас видеообращение. Смотрим! Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Листов, группа «Второй отряд». 25 ноября в культурном центре «Северный» состоится фестиваль «Голос улиц». Я буду оценивать ваше качество, вашу музыку, вашу смысловую нагрузку. Давайте, ребята, всем удачи, покажите отличный рэп. Восьмого, 29 и 30 декабря, а также 3 января состоится новогодняя сказка «Снежная королева». Главная героиня сказки подготовила для всех суперконкурс с самым интересным и оригинальным подарком. Для участия в конкурсе необходимо сфотографироваться с билетом на фоне волшебного замка, который расположен в фойе культурного центра. Фотографию необходимо разместить на стене вашей страницы ВКонтакте с хэштегом «Иду на Снежную королеву». Примеры фотографий вы видите на экране. Успевайте купить билет на Снежную королеву и участвуйте в конкурсе. Итоги будут подведены 15 декабря. Мы приглашаем на вечеринки для взрослых «Оливье Шоу», которые состоятся 28, 29 и 30 декабря с 18.00 до полуночи. Вас ждет живая музыка, любимые хиты, программа о Деде Морозе и Снегурочке, сюрпризы от ведущих и многое-многое другое. Заказ столиков по телефону 23 45 65. Цена билета 650 рублей. В нашем культурном центре проходят дни рождения для юных гостей. Каждый именинник выбирает для себя любимого героя, который придет на его праздник. Подарите своему ребенку праздник, проведя его с любимыми героями в нашем культурном центре «Северный». Подробную информацию вы можете узнать, позвонив по телефону 23 42 09. На этом все. С вами была информационная программа «В центре». В центре событий, в центре внимания, в культурном центре «Северный». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на страницу Instagram. Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте нашего культурного центра. Пока-пока!